Позвольте представить солисток: Екатерина Лисовая, Анастасия Шапочкина и Государственный академический русский хор имени Свешникова. Прошу. Слушайте, я когда увидел хор имени Свешникова, мы тут обменялись, какими-то мыслями своими, что, сейчас девки пропадут просто. Ну, потому что это очень известный хор, и это безумные профессионалы. Давайте им отдельно поаплодируем. Спасибо, что они здесь с нами. Потом еще в профайле рассказали о том, что вы хотите нас удивить. Это еще следующая планка, которая внутри, через этот фильтр мы должны смотреть на этот номер и песню. И, у меня не было никаких, честно говоря, там сильных надежд, что вы сейчас каким-то образом постучите в сердца жюри, и мы вам все откроем. Но мое сердце открылось. Спасибо вам большое, потому что я не говорю про то, что вы хотели удивить, и вы нас сильно удивили, но у меня было такое ощущение, что сам Владимир Семенович Высоцкий, которому принадлежит эта песня, был бы совсем не против такого прочтения песни «Купола». Я, конечно, говорю «за», и это было для меня очень органично и очень симпатично. Спасибо большое. Владимир Владимирович, как вы оцениваете выступление девочек? Ну, вы меня удивили, конечно. Прежде всего тем, что у вас такое сопровождение. Это значит, хор абсолютно первоклассный, мирового уровня. Он не может ничего испортить вам, а может только усилить вас, что он и сделал. Без хора я сомневаюсь, что вообще смогли спеть эту песню. Но вы меня удивили, конечно, прежде всего тем, что у вас такое сопровождение. Это значит, хор абсолютно первоклассный, мирового уровня. Он не может ничего испортить вам, а может только усилить вас, что он и сделал. Без хора я сомневаюсь, что вообще смогли спеть эту песню. Это первое. Второе. Я не знаю, слушали ли вы Высоцкого. У Высоцкого вообще нет красивого ничего. Нет красивого, есть страсть. То есть это для меня не Высоцкого, это другая какая-то песня, которая тоже называется «Купола». И действительно это красиво, но это не о том, я никак не могу вас поддержать. Ну, на мой взгляд, такая трактовка, этот темп, она разрушила песню. Эти слова, они утонули именно в хоре. Они все распались на маленькие части, и песня исчезла. В принципе, песни нет. Есть очень красивая версия, благодаря которой вы создали что-то новое, что-то свое. Я не могу проголосовать против, потому что это очень красиво, это завораживает. Так да что, нет, просто, ребят, я вы воспринимаете слова смысл Ренаты, мы все разные люди. Кому-то постучали и не открыли. Для кого-то это гармонично, для Ренаты распалось на кусочки. В этом и все наше общество, в этом вся наша жизнь, в этом безумное удовольствие. Искать, искать, истину искать.
Я не буду голосовать против, но я высказал свое мнение. Спасибо, за спасибо так, про такую трактовку. Скажи, а почему тогда ты не голосуешь против? Если тебе не понравилось, тебе развалилось на кусочки. Я голосую против, когда вот я считаю, что это совершенно неталантливо. Так я не понял, почему ты не голосуешь, но ладно. Потому что это красиво. Спасибо, в конце концов. А искусство это показать нам что-то красивое. Сергей Юрьевич, вы хорошо знаете и Высоцкого, и Свешникова, и музыку. Ваше мнение? Мне показалось, эта песня в таком исполнении монотонной. То, что увидел Сергей, для меня очень странно, потому что действительно скорее согласен с Владимиром Владимировичем, потому что Высоцкий, его дух, его сила, его мускул, он совершенно другого рода. Ну, можно так попробовать, но попробовать с помощью такого хора, на мой взгляд, просто неправильно. Это нечестно идти с таким аккомпанементом в соревнования. Девочки, это было очень здорово, красиво. Хору низкий поклон. Но вы не в проекте. Спасибо. Спасибо большое.